Зачем нужна одежда человеку? Чтобы почувствовать внутреннюю энергию друг друга. Если бы сейчас вся аудитория сидела тут без одежды, мы бы не могли сосредоточиться на лекции. Эта сила называется кама. Это мощная энергия сексуальная. И человек, чтобы возвысить свои мысли, закрывает тело культурной красотой. Покрывает своим возвышенным вкусом интеллекта. Это украшения, это прически, это цвет одежды и все остальное. Это его самовыражение на более высоком уровне.